В НХК добрые традиции не только трудовые, но и спортивные. Помимо поддержки различных видов спорта в нашем городе, сотрудники компании и сами являются отличным примером для юных спортсменов. Мы проводим очень много соревнований по разным видам спорта. Картинг – это один из самых сложных и технических видов спорта. Но не надо забывать, что это один из самых зрелищных видов спорта. Я лично хотел бы пожелать всем маленьким участникам доехать, во-первых, всем до финиша, а победить должен сильнейший. Со станцией юных техников нефтехимиков связывают крепкие дружеские отношения еще с 2008 года. За это время на развитие станции перечислено более 1 миллиона рублей. 2 года назад компания приобрела для СЮТа карт и поддержала сборную области по картингу на первенстве СФО, где наши стали победителями. И это еще не все. Перед вами трасса, которая, появилась на свет благодаря только усилиям Ангарской нефтехимической компании. В течение последних 3 лет нефтехимическая компания вкладывала финансовые средства для того, чтобы юные картингисты, которых вы сейчас видите, могли принять участие в этих соревнованиях. Зеленый старт, желтая опасность, красная остановка, клетка финиш. Эти правила, как и чувство скорости, мальчишки уже знают на отлично, хотя некоторые занимаются только первый год. У каждого из ребят сегодня по 4 круга и по 4 соперника. Начался заезд, я ехал, он впереди был. Я его подрезал. И он кружился там где-то. Я победил. Тройку лидеров награждали как настоящих олимпийцев. Мальчишкам вручили смартфоны и планшет. Впрочем, без подарка не ушел никто. После церемонии ребята перевели дух и отправились лакомиться сладкими пирогами. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.